Нет войне! 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 Да, дружба! Кто захотел войну, тот ее и получил, понятно? Это из Новика. Кто захотел, тот получил. Они захотели эту войну. Они начали ненавидеть их всех. Давайте будем кричать. Результат один. Результат один. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Украина потом скажет, мы с вами, потому что Украина — это свадьба в Малиновке. Шапка, пришли украинцы, одел за украинцев, пришла красноармейцы, да, они то. Украинцы продажны всегда были и будут. Собраться сейчас будет. Вы знаете. Да, в семье не без урода. О, с украинкой, представляете, пришла бы волков поддержать. Да. Украинка она. Да. О, тоже агрессия, видите? Сразу же, вот она, вата настоящая. Сейчас дряться полезет, сейчас, смотрите, сейчас будет кидаться. Да. Да, вот, видите, вот это вот и есть. Ну, ночные волки пожаловали в Трептов-парк. Полиция. Вот, полиция решает, что с ними делать. Пускать, не пускать. Чтобы не было георгиевских лент. Ленты запрещены. Эта публика как-то умеют снять путинские пропагандисты. Здесь их немного, там сколько, 10 человек. Но умеют так снять, что их там целая куча, там сотни. Там. О, полиция сразу расцепила. И волки подчинились, как щенки. Тут же убрали все это. Боятся, не хотят из Германии уезжать, потому что здесь у них сытая жизнь.